Ну что, дорогие друзья и мои подписчики моего YouTube-канала, я наконец-таки вернулся. Да, меня долго не было, и у вас, наверное, были вопросы, где я и почему не выходили новые ролики. Ну, скажу одно, были причины, так сказать, и проходил самосовершенствование. Но вернулся прокачанный с новым железом. Теперь будут часто выходить очень интересные ролики, различные клипы и так далее, ребят. Я возвращаюсь в строй стримеров Ютуба. Ну и начнем с обновления Free Fire, как всегда. Да, сегодня, как говорят, настал день буя. Я пропустил коллаборацию Венома, потому что, ну, я ждал ее очень, но получилось так, что старый мой телефон сломался в тот момент, когда начался старт коллаборации «Веном да пребудет Карнаж». Кстати, фильм очень топовый, советую. Ну, чтобы не тянуть вас, давайте перейдем сразу к обновлению. Сразу говорю, я не застал обновы, которые были в прошлом месяце, и пропуск, так что про них я ничего не смогу рассказать. Ну, вот, собственно, видите, как я начинаю. Ну, блин, как я вот это вот ненавижу. Сейчас я вернусь. Так, ну, просто устранял некоторые ошибки сети. Давайте посмотрим, что же нового пришло в игру Free Fire. Повторюсь, я не смог зацепить все события, увидеть, которые были в прошлом месяце, так что про них я ничего не смогу рассказать, сразу вам говорю. Ну что, нас встречает набор «Опасная красота» с сегодняшнего дня и до 19 ноября. Новое колесо фортуны. Новый набор. И в нем крутая стенка, блин, которую я бы хотел бы. И тут можно получить призы все всего лишь за 352 алмаза. Но это все равно дорого. Так, ну, блин, колесо фортуны, это понятно. Так, вот какой добавлен новый наряд в игру. Вот так вот он выглядит. Да, непривычно, конечно, на новом устройстве. Да, тут стенка крутая и, конечно же, набор опасной красоты. Ну и сами знаете, что я за парня в основном играю, но все же крутой набор. Скоростная миссия, бонус по будням, выполняя пока идет. Получает это, по-моему, карточку острова. Да, здесь же мы можем создавать свой собственный остров. Да, это карточка личного острова. Выполняй. Играй 120 минут в игру и забирай себе карточку личного острова. Ярмарочный тир. Но я уже выполнял подобные события, честно говоря, мне оно не особо понравилось. Не бритябрь, получи свою бороду, да елки-палки. Вот, честно говоря, вот то, что связаны аксессуары с бородой в игре, мне они вообще не нравятся и не по душе. Ну, одна попытка стоит 19 алмазов, ну а 10 попыток 179 алмазов. Но я пока не буду тратить. Да, я пропустил еще вдобавок эту эволюцию МП-40 разъяренной кобры. Тоже обидно. Это все, да, обновилось здесь подарок вернувшимся игрокам. Блин, у меня-то этот пулемет есть. Да, здесь довольно забавно то, что вот это все они выдают. Престижные задания появились. Выполняешь, и тут даже можно, смотрите, собрать теперь фрагменты куба, но мне там чуть-чуть осталось, и тут самый последний будет этого МП-5 ушастый хипстер, да, будет раздаваться. Мы его получим. Круто, круто, круто. Неплохо. Итак, что тут еще? Да, тут много интересных плюшек, конечно. Так, это престижное задание, престижный набор. Так, за 690 рублей здесь можно получить эмоцию питомца рык, золотой леопард, ну, ночная пантера у меня уже есть, и плюс 300 алмазов сверху. 6 дней продлится престижный набор, так что успеваем забрать. Ну, каждодневные награды, как всегда. Миссии. Если что, запись проводится с Free Fire Max. Так, обновление в магазинах. Давайте посмотрим, что же тут новенького. Так, набор «Опасная красота», ярмарочный тир, бритябрь. Киберзайчик вернулся в игру. Да, это да-да. Так, мне надо транспорт вернуть, который у меня был.
Сейчас скачаются, ребят, материалы, так что у них теперь достаточно памяти, чтобы установить много различных материалов в игре. Так, ну это я потом буду выбивать. Так, давайте по-быстрому. Набор киберзайчик. Новая башня добавлена. Не понял. Ну, я говорю, мне теперь все это скачать сейчас надо. Одна попытка, как всегда, 19 алмазов, но опять попыток 79. Но здесь больше шанс выбить. Кролик в кубе. Сейчас набор скачается, ребят, и посмотрим, что... Ну, набор киберзайчика, его часто можно было встретить в тайных магазинах. Кстати, новый алмазный джекпот. Набор кардиограммы. Да, прикольно, конечно. Но здесь только сам куб можно выбить и фрагменты. Все. Ну вот как выглядит киберзайчик. Да, мне штаны его и ботинки нравятся, но вот вверх и вот это вот капюшон с ушками, блин, не особо, не серьезно, блин. Набор кардиограмма, новый алмазный джекпот. В золотом джекпоте коралловая хулиганка. Ну, я ее уже выбивал. Оружейный джекпот. АС-80, световый защитник с показательной дальности 2, магазин. Плюс 1, плюс 2 дальности, минус 1 скорость. Вот так вот он выглядит. Ну, довольно прикольно. Но я не снайпер, я никогда не любил снайперского оружия. Так, а что у нас в инкубаторе? Инкубаторы тоже. Так, а инкубатор все тот же самый старый, да, пока? Который был в прошлом месяце. Да, старый инкубатор, конечно же. Ан-94. Электросмерч. Набор сияющий золотой. Набор морской синий. Ну, блин. Да, мне тут, конечно, не хватает чертежей. Ладно. Так. Шаг к Буя. Новый набор. Сейчас он скачается, ребята. И вы посмотрите гибель солнца. Так, и набор. Так, это джекпот жетонов. Джекпот жетонов, здесь доступен набор золотой узор. Вот так вот выглядит этот набор. Но все, что мне нравится, это только кроссовки и брюки. Остальное все такое себе, конечно, честно говоря. Так, шаг пуля. Вот как это выглядит вверх. Да, теперь можно скачивать все материалы. Что сегодня ты... А, последние часы идут этого набора. Блин. Да, конечно, печально, печально. Ладно, ладно, ладно. Маска, да, конечно, топовая. Ничего не скажешь. Маска просто бомба. Ради этой маски только и стоит выбить. Прическа не очень так себе. Так, ну это все, что есть в джекпотах. Магазин вы сами все знаете. Так, день Буя, календарь. Играем Буя. Здесь у нас кубок дня. Аватарка, лутбокс Академии Бунтарей, два алмазных джекпота, ой, два алмазных купона, ой, тьфу ты, два золотых купона, игра с другом, здесь можно получить вот такой вот рюкзак, матрешка Мока. Так, здесь еще купончики, оружейные, инкубатора, челлендж, это тоже рюкзак, призрачный хищник. Не знаю, не особо мне нравится. Так, время для Буя. Когда надо взять Буя, нам дадут вот такую вот гранату. Прикольно, конечно. Так, события. Пополнение Отза. На 500 алмазов можно забрать полностью комплект героя, инженера Отза. Внутри костюм Отза, когда Отза носит этот костюм, он может показывать свои особые движения на стартовом острове. Также... Внутри 900 универсальных фрагментов. Беспонтово, честно говоря. Набор золотой узор до 15 ноября. Хакерский магазин. Можно выиграть главный приз за 9 алмазов. Это песочный принц. Набор инженера. Отзыв за 1199 алмазов. Набор шаг к Буе. Колесо фортуны. Сегодня последний день. Набор кардиограмма. Алмазный джекпот. Набор «Опасная красота».
Лутбокс «Солнечный пол». А, «Полос». Ух ты, это этот же. Нет, мне это уже не нравится. Так, ярмарочный тир, набор киберзайчик, геймбуя, киберспорт, корми питомца. События Хэллоуина до сих пор продолжаются. Призы за активность. Так, за вход. Нет, так, челленджи, авиапосылки. Так, расписание турниров, групповая стадия, гранд-финал. Так, 9 команд, которые прошли в гранд-финал. Избранные, One Shot, XL Original, IWNL, Next Please, Свирепствуй, Brute Force, Drick Strange и Off One's Head. И мои команды из СНГ. Ну, об этом чуть позже, просто я вам помню, все это показывать. Так, сундук с припасами, да, добавили сундук с припасами, где можно забрать себе крутые вещи из него. Каждый день он доступен. Можно забирать его. Так, лутбокс. Так, у нас новый лутбокс. Все. Удивительно, что сейчас, ну, Free Fire много чего нового принесли. Так, ежедневное задание гильдии. Ну, это все. Что тут еще? Так, ну пока вроде качество записи нормально идет. Сейчас посмотрим. Так. Наверное, пока на этом остановлюсь. А, и да, и новый стартовал боевой пропуск. Да, готический топовый набор, блин, супер. Но я выпущу отдельное видео по нему, так что ждите обзор на пропуск. А с вами был Железный Волк. Играйте только в самые крутые игры. Смотрите, а еще вот здесь и добавится такое. Ну, это вот сюда заходишь и забираешь вот эти купончики, инкубаторы и так далее. С вами был Железный Волк. Так, 9 минут остается до старта буя. Ну а вам я желаю приятной игры, всегда побеждайте, будьте лучшими. Всем буя. Не забывайте подписаться на мои группы ВКонтакте, все ссылки указаны в описании канала. Всем сайонара, еще увидимся.